Всем привет, канал Пикник с Вовой. Сегодня будет небольшое короткое видео очередной про дутики. Пока они совершенствуются на производстве, и надеюсь, они уже на следующей неделе, как мне обещали, пойдут в серию, и я их буду продавать. Вот. Записываю видео о том, как правильно зафиксировать дутик на банке. Ну, вроде бы ничего сложного, и казалось бы, все логично, но вот лично я только сейчас, вернее, до меня дошло, как это сделать наиболее эффективно, чтобы он не скользил по банке от борта до борта. Итак, смотрите, берем нашу баночку. Это банка от лодки Grace 380. Лучше всего, ну и удобнее всего дутики крепить, конечно же, на съемной банке. Это будет просто удобно и эффективно. Так, положили дутик на банку. Друзья, клапан нужно расположить в противоположной стороне от шкипера, то есть, чтобы не сидеть на нем. Дутик комплектуется этими ремнями, соответственно, ремень должен быть правильно, как сказать, правильно заведен. Пряжки, которая фиксирует дутик, тоже есть две стороны. Не смотрите, что здесь все неаккуратно, некрасиво, это просто все еще тестовые варианты. Вот эта вот более ярко выраженная рифленая сторона, она должна быть сверху. Не вот это, а вот это. Заводите сначала в нижнюю петельку, а потом в верхнюю. Вот, примерно у вас должно получиться вот таким вот образом. Вот она, видите. То же самое делаете с другой стороны. Но сначала уже в верхнюю, а потом в нижнюю. Сначала заводим в верхнюю, потом в нижнюю. То же самое с этой стороны, со второй я делаю. Завожу в нижнюю, потом в верхнюю. Он просто ремень так намного надежнее фиксируется, чем если просто через одну проушину завести. Верхнюю, нижнюю. Все, завели ремешки, видите, кладем банку. Положил. И теперь фиксируем. На следующей неделе уже шильдики будут готовы, потому у каждого дутика будет свой порядковый номер. Все, зафиксировал. Надежно, никуда не денется. При такой вот фиксации накладка уже, она никуда не ездит по банке. Мне до этого вот этот способ крепления был другой. Вот я могу показать на этом, на сайте самый первый. Видите, такие полукольца были сделаны. Это очень сложный элемент, он довольно дорогой получается, конструкцию простили. Так вот, на этих ремнях накладка, она скользила по банке. А вот на этих широких ремнях вот с таким способом крепления банка очень надежно фиксируется. Вот этот дутик 5 сантиметров. Буду тестировать его еще раз. Собственно, вот так выглядит накладочка на лодке. Это высота 5 сантиметров, это высота 7 сантиметров. Ну, кстати, вот эту вот липучку, которая у меня в корме есть, я ее использую вот для того, чтобы крепить здесь шланг для мотора. И тут же у меня закреплен конец Александрова. Вот так вот. Там у меня носовой рундук. Сегодня решил немного порядки навести. ФХД у меня сегодня. Ну, в общем, друзья, вот так вот. То есть, вот это вот у меня еще неправильно сейчас закреплена баночка, эта накладочка. Сейчас ее тоже перестегну. Видите, через одну проушину, и это не очень эффективно. А вот это вот правильная фиксация. Вот это вот правильная фиксация. Всем пока. Хорошего дня и отличного настроения. Всем пока. Чао, друзья.